Здравствуйте, с вами Светлана и мой канал Welcome Секреты уютного дома. Спасибо большое всем, кто смотрит мои видео, и большое спасибо всем моим подписчикам и тем, кто оставляет свои комментарии. Ситуация, которая сложилась сегодня во всем мире, подтолкнула меня на создание видео «Весенняя уборка и вещи, с которыми надо расстаться». Список вещей, от которых нам надо избавиться, получился, так скажем, не маленький, но все-таки я бы советовала, если у вас есть возможность, посмотрите это видео до конца, так как много вещей, которые перечислены, они есть практически у нас у всех дома, и если не 50%, возможно, даже больше, это вещи, от которых нам надо избавиться, так как они захламляют пространство, и в силу обстоятельств, опять-таки, на сегодняшний день мы все делаем какие-то экстра покупки, и квартиры и дома наши не безразмерные, поэтому, чтобы нашлось место для пополнения вещами, которые нам действительно будут полезные и пригодятся на хозяйстве, уберем то, что нам мешает и забирает пространство. С чего именно вы начнете, не имеет значения. Самое главное, чтобы вы сделали первый шаг и начали разбор вещей. Первое, с чего начнем, это кухня. Посуда, кухонные принадлежности и аптечка. Пищевые контейнеры без крышек. Возможно, когда-нибудь астрофизики смогут нам объяснить, что это за черная дыра, которая поглощает пластиковые крышки от контейнеров. Избавьтесь от контейнеров без крышек, так как они просто занимают пространство. В одном из своих видео, как сделать стильную и уютную кухню, я говорила о посуде, которая имеет трещины или пятна. Сегодня я опять повторяюсь, избавьтесь от этой посуды. Возможно, щербинка в тарелке и не кажется проблемой, но с каждым мытьем вода просачивается в тарелку, и там накапливаются бактерии, и поэтому лучше всего избавиться. Соусы. И если вы не собираетесь делать конкурс, кто съест больше сосисок с соусом или горчицей, тогда настало время избавиться от тех соусов и приправ, у которых истек срок годности и которые полусухие, находятся в полусухом состоянии, находятся в вашей кладовке или в вашем холодильнике. Очень многие любят дарить в подарок кружки, и я больше чем уверена, что в каждом доме есть кружки, которыми вы никогда не пользуетесь. Оставьте себе самые любимые, а остальные пожертвуйте, скажем, на благотворительность. Отслужившие свое кухонные полотенца разрежьте на тряпки, возможно, вы сможете убираться при помощи их на улице, убирать балкон, или у кого есть дача именно сейчас весной, когда весенняя уборка, они вам пригодятся, но, так скажем, им не место на кухне. Следующий пункт – нераспознаваемые продукты в морозилке. И если вы с первого взгляда не можете определить, что у вас в контейнере или в пластиковом пакете находится в морозилке, подходящее время сейчас пересмотреть. Кухонные приборы. Если вы купили, скажем, вафельницу или соковыжималку, а использовали ее лишь пару раз, возможно, не стоит продолжать ее хранить, отдать кому-нибудь другому, кто будет вам благодарный и будет использовать ее. А следующий пункт – пластиковые пакеты и
пластиковые мешки, которые вы приносите домой из супермаркетов. Соберите по дому все ненужные пакеты и отнесите их в специально отведенный контейнер для пластиковых отходов. Таким образом, вы позаботитесь о природе и наведете порядок у себя в кладовке или в шкафу. Тупые ножи. Ну, я не знаю у всех, но уверена, что у кого-то есть ножи, которыми вы не пользуетесь. Особенно дешевые ножи из плохой стали, которым не поможет ни один точильный брусок. Если нож не соответствует вашим стандартам, возможно, он пригодится кому-нибудь еще, отдайте его. Ваша аптечка и лекарства, которые в ней находятся. На сегодняшний день многие, как никогда, посещают, наверное, аптеку или в последние несколько недель посетили аптеку, прикупив какие-то новые лекарства и средства гигиены. Поэтому самое время заглянуть в вашу аптечку и сделать там ревизию. Избавьтесь от старых лекарств, но прежде чем утилизировать просроченные медикаменты, сверьтесь с приложенной инструкцией, и если есть этикетка на флакончике, ну, возможно, соскребите ножом или закрасьте перманентным маркером. Одноразовые пакетики с соусом, соль, перец или сахар. Сделайте ревизию среди этих пакетиков. И если вы понимаете, что вы ими не пользовались длительное время, наверное, вы ими уже никогда не будете пользоваться. Они просто отнимают у вас пространство на кухне. Перейдем в ванную комнату. На сегодняшний день практически у всех у нас слишком много возможностей и соблазна купить новый крем или новый лосьон, новый шампунь, неважно. Если вы больше 3 месяцев ни разу не пользовались баночкой очередного крема или лосьона для тела, она вам не нужна, или отдайте опять-таки кому-нибудь, или просто избавьтесь. Старая декоративная косметика тоже один из пунктов, который я отметила. Вы знаете, не надо жалеть, выбросить, например, тушь, которая уже давным-давно засохла, просто она стоила довольно дорого, и вам как бы рука не поднимается избавиться, но вы ею не пользуетесь. Использование старой косметики может обойтись вам намного дороже. Накопившиеся в ней бактерии не дремлют, и вы это знаете. Поэтому, опять-таки, если вы не пользовались больше 3 месяцев, избавляйтесь. Не буду углубляться в детали, единственное, перечислю старые мочалки, особенно если они из натурального материала. Это мини-упаковки туалетных принадлежностей, которые попали в вашу ванную комнату после, скажем, поездки. Пусть о ваших путешествиях вам напоминают фотографии, сувениры и загар, а вот эти маленькие флакончики, пакетики с мылом и одноразовые зубные щетки из гостиницы, у них тоже есть срок годности, поэтому если они у вас уже непригодны, избавьтесь от них. Следующая зона – это наши шкафы. Наверное, начну из детской одежды. Нам всем грустно расставаться с дорогими сердцу вещицами, в которые вы одевали своего малыша, но он давным-давно уже вырос из них. И если одежда в хорошем состоянии, отдайте ее в детдом, благотворительную организацию или, возможно, вы знаете, семьи, которые нуждаются в этой одежде. Если она в таком состоянии, что вам неудобно ее отдавать, избавьтесь от нее или используйте ее в качестве мягких тряпочек.
старые простыни или, скажем, старое постельное белье и банные полотенца – абсолютно та же история, что и с кухонными полотенцами. Дайте им вторую жизнь в плане использования в качестве тряпок или, возможно, лучше отнести в приюты для животных для нужд котов и собак. Рекламные футболки. Наверное, у каждого можно найти в шкафу одну или две, если не больше, футболок, которые каким-то образом попали в ваши руки. Возможно, когда вы посещали промо-мероприятие, скажем, мобильного оператора или были на открытии нового магазина, отдайте их на благотворительность. Провочные вешалки. Наверное, опять-таки, у каждого в шкафу можно найти, где-то завалялась проволочная вешалка, которую мы приносим домой из химчистки. Не стоит ими пользоваться постоянно, так как острые плечики некрасиво вытягивают одежду, особенно вязаную и трикотажную. Может, кто-то знает, как применить их. Если вы знаете таких, дайте им или просто избавьтесь. Одежда не по размеру. Все мы знаем неписанное правило. Если одежда на два размера больше или меньше, то к тому времени, когда она вам будет впору, она уже выйдет из моды. Поэтому не захламляйте шкаф вещами, которые уже давно отслужили свое. Неудобная обувь. Она может потрясающе выглядеть, но абсолютно некомфортная и невыносимая при ходьбе. Когда-то я прочитала, что хорошо устроить вечеринку для своих друзей с обменом вещами. Возможно, кто-то таки окажется именно той Золушкой, которую эти туфельки будут как раз в пору, а вы взамен можете получить, скажем, стильную юбку или роскошный пиджак. Перейдем в домашний офис или зону, где у вас находится письменный или рабочий стол, и постараемся найти вещи, от которых нам надо избавиться. Даже если вы работаете из дома, вряд ли вам понадобятся все эти десятки блоков клейких листочков, старые ручки или фломастеры. Соберите, пересмотрите, проверьте их на пригодность, а все, что не пишет, смело выбрасывайте. Старые открытки, коллекция компакт-дисков, видеокассеты. Все эти вещи, если есть время и желание, пожалуйста, пересмотрите. Оставьте себе только самые сердечные открытки от самых дорогих людей. А остальные отдайте на переработку. То же самое и с дисками. Избавьтесь от этих дисков, которые вы даже не знаете, что на них находится. А если у вас есть несколько любимых, сохраните на компьютер. Старые телефоны, это касается как кнопочных телефонов или дисковых телефонов, точно так же это касается и мобильных телефонов. Если у вас есть хороший дисковый телефон и вы хотите его сохранить как антиквариат, оставьте его. А если вы не собираете экспонаты для музея старинной техники, рекомендую вам сдать эту всю старую электронику на переработку. Старые свечи. Если у вас есть свечи, которые вам когда-то кто-нибудь подарил, и вам абсолютно не нравится запах, лучшее, что могу вам предложить, это подарите тому, кому нравится этот запах, или отдайте опять-таки благотворительные фонды, неиспользованные материалы для рукоделия. Когда-то вы услышали, скажем, что вязание отлично снимает стресс, купили спицы и пряжу, но до сих пор так и не прикоснулись к ним. Если вы склоняетесь к
ко второму варианту, отнесите эти материалы тому, кто вяжет, и вам скажут большое спасибо. Банка с мелочью или копилка. Возможно, мелочь у вас находится не только в кошельке, а, скажем, в разных местах, на тарелочках, в вазочках, в каких-то шкатулках держите. Соберите мелочь и отнесите в банк или в магазин и поменяйте на купюру. Это поможет вам организовать пространство, и у вас появится лишняя купюра в вашем кошельке. Еще один пункт, который я упустила, вот сейчас вспомнила, это старые телефонные справочники или старые бестселлеры, которые вы давным-давно прочитали и не собираетесь к ним возвращаться. Устаревшая информация вряд ли сообщит вам нечто новое, поэтому если вы не используете справочники в качестве справочника, спокойно сдавайте их в переработку или отдайте кому-нибудь, кто делает какие-нибудь коллажи или подделки. Старые бестселлеры. Раздайте старые бестселлеры друзьям, коллегам на благотворительность. Или, как я уже упоминала, устройте вечеринку с обменом книгами. Если в вашем городе или населенном пункте есть библиотека, и они будут рады принять эти книги, отнесите их туда. Я рада, что вы провели это время со мной. Надеюсь, хоть один из пунктов вам пригодится. Буду ждать ваших отзывов и комментариев. А я с вами прощаюсь и, как всегда, желаю вам уюта в доме и гармонии в душе. До скорой встречи! С вами была Светлана. Всего доброго!